Сегодня в Тюмени состоялся спортивный праздник для самых юных жителей. Здравиада прошла в детском саду номер 146. Ребята соревновались в эстафете, конструировали и осваивали оригами. Гостем праздника стал депутат областной думы Николай Токарчук. С этого мероприятия начались детские летние игры, которые включают эстафеты, рисование, плавание, танцы и многое другое. «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детские сады детям» помогает дошкольным учреждениям с их организацией и проведением. Мы совместно, Политсовет Единой России Тюменской области, мы инициировали и организовали вместе с работниками детских садов и конкретно в этом детском саду такого рода праздники. Потому что сейчас, видите, все думают, лето, затишье, пора каникул. Сейчас затишье между чемпионатами Европы по футболу и Олимпийскими играми. У нас в Тюменской области в детских садах такого затишья нет.